Что такое? Вертолет меня обрабатывает! Заново. Прям так не ху-ху? Да вот, да, не ху-ху так. Ребята, я нашел все. Я обработал. Машину нашел, ребята, все. Красава. Я где-то. Вот она посредине. Она пустая должна быть. Она возвращается. Да-да-да. Давайте. Отойди. Ой-ой-ой-ой. Да-да-да. Так не убейтесь там, а. Все нормально. Все, садитесь внутрь, я поведу, ладно. Давайте внутрь запрыгивайте в кузов. Так, ты где? Ага. Ну так туда. Приколюха. А вы можете к борту встать кузовой? Сзади, Миша, сразу? Да, могу. О, все, отлично, давайте, поехали. Короче, готовы, прорываемся? Да, давай. Все, едем. Сейчас вы будете глючить там в кузове. Не, не должны, не должны. Не должны, это такая грузовая, да. На больших машинах они не падают с этих грузов. Не, глючить будете, вы не упадете, но будете подглючивать, мне кажется. Нифига себе. Ты живой? Я-то да, но у меня, по-моему, колеса про... Жопа колеса. Ты главное не торопись. Не врезайся, потихонечку, да, вот здесь проедь. Так, минус типы. У меня такой задний план замыленный весь. Да-да-да, у меня тоже. Ну мы так сейвово едем. А, ну у меня прострелили все-таки. О, да-да, дальше, Коля, дальше еще. Я пытаюсь. Прям за машину туда справа иди. Только не вниз. Так вы стреляйте, вы же в этом, кубик. Да не вылазьте, зачем? А-а-а! Зачем? Смысл был то, что вы бы стреляли из этого, из самосвала. Не можете? Нет. Высоко. Ну и тактика хорошая была. Доехали. Все четвером. А меня, кстати, внутри убили. Я еще даже не вылазил. Это потому, что уже влазит через перед. Нет, там потому что наверху чувак стоит. Там один на крайне должен, да. Вот он вообще сидит. Один на крайне, второй, по-моему, на стойках вверху, там, где мы прорвались с левой стороны. Ну, да. Есть второй вариант, можно внутрь вообще посадить всех. Внутрь? Ну, помнишь, этим багом использоваться? А, с багом только есть. Внутрь всех посадить, и все. Один прорывается, а все остальные внутри там. Потом, резко выпрыгивает, всех убивает. Да без выпрыгивать, просто открываем эту дверцу и стреляем. Тоже вариант. Ну что, как делаем? Я даже не знаю, что-нибудь надо делать. Ну, прорывать это, да, не знаю, с кем-нибудь. Давай с тобой, Ларбачка. Давай, Джесси, вылази. Может, мы с Леоном? Ну, попробуйте вы с Леоном. Поехали с тобой. А мы куда поедем? Не знаю. Нифига выдумал. Фантазер. О, а чё машина перевернутая валяется? Не знаю, какой-то баг. Жесть. Там. Эх, красота. Давай машину Джесси утопим. Давай. Давай не наша машина. Фига тебя шатает-то ш... Едите, только не улет! Сейчас мы вас прикроем, слышите? Отлично. Да, мы тут у нас небольшая эта импровизация. Да. Так, потихоньку. Тихо. Сейчас, надеюсь, у нас все получится. Даже не снайпер снял. Так, сейчас тут у меня появится один. Ну вас сейчас сверху прикрывать будет. Поздно. Вот это бомбануло. Там с правой стороны хрена не стоял. Он то вообще он не светился. Он, кстати, нас, наверное, и убил тогда. Он не видно было. Это тот кретин с дробашом, мне кажется, всех убивает. Кретин с дробашом. Да, он много кого убивает. Он там прям скрыл, он сука сидит в такой точке. Его не видно вообще-то. Да, он и не вылазит оттуда, когда подходишь, вот подъезжаешь туда. И на карте не отображается сейчас он. Да, и на карте не отображается. Больно. Короче, полная жесть. Как мы тогда успели то пройти? Вообще не понятно. А, там был мочиток, точно. Ну, Леон, согласись, нормально, да, проехали? Но мы также с Варпачем проезжали. Ну, в смысле, ладно, проезжали, но... А тем временем шел второй день. Результат был тот же. Эту машину утопил Джесси, кстати.
Молодец. Сознательно. Поехали, наверное, Коля, с тобой через лево наверх. Прикрывать? Да. Ну, давайте, мы будем вас прикрывать, а вы там давайте прорывайте тогда. Да-да-да. Вы прорывайтесь, а мы наверх. Только не убейтесь, а. Привет, ребята. А машину топить можно? Нет. Это будет жопа. Вы если затопите ее, то как вы выбираться-то будете? Ну, это уже наша забота. Прогибайся. Я подумал, ты в здание ушел? Нет. Мне показалось, что ты у меня в здание куда-то туда внутрь. Да нормально все, я тебе... Как колесо-то пробили? Нормально все, расслабься. Там колеса пули не пробиваем, как ты колесо могли пробить? Я почти умер, мы утопили машину. Мы их поснимаем здесь, конечно, снайперки. Я пока поеду. Как этого жирного снять, непонятно. Ладно. Вертолет! Заднего убил. А вот он, видно, да, его видно немножко, как он стреляет? Вертолет сейчас сниму. Он стоит за вертолетом. Вертолет! А, он в нас летит! Коля! Что? Что происходит? Он прям, прикинь, его убил, он прям в нас летел. Он меня убил даже не взрывом, а этими лопастями. Хера. Просто такие фейлы. Откуда? Какого черта? Давайте еще раз так же. Я вижу. Только в этот раз я буду не с пулемета. Со снайперки спокойно. Тут такой варпач. А то, что мы машину утопили, это... Да, ну все да. Норм. Видите мою, ладно. Ты шо, это мана, это говно. А возьмите вот фуру. Ты шо, это норма. А фуре заедете, господи, какие проблемы. На чем не большая проблема, фура большая. Нормально, я доезжал до фуры. Не, давай мы сейчас на твоем говниче съездим. Полностью просматриваем вас. Нормально, я Коля, открывай машину. Она открыта, забирайте, господи. Она не открыта. Открыта. Только для пассажира она открыта. Для друзей и банды написано было. Че ты гонишь? Окей. Заторно восстановил. О да, чувствую, на этом мы пройдем миссию. Коля, давай так же. Какая динамика. Блин. У меня просто, знаешь, мы даже все протараним, слышишь? Ты даже прикинаться нет смысла. Погнали, погнали. А фифопу! Мы во всех убьем! Едем задом! Придурки! Да, они сейчас там убьются, во что-нибудь. А тут уже вон, где-то там. Вертолет прям. Пригибайся! А, нормально! Мы его на себя возьмем, вертолет. Видите, на себя пошел. На нас пошел. Так говорится. Ой, в меня попали разули. Меня не разули. Ну вот, опять вы зафейлили. А сейчас у нас Зенторна будет. Ай, господи, по-моему. Блин, надо было мочи так все-таки восстановить. Мне это напоминает теневой рейд, по идее, блин, на максимальном уровне сложности. На оверкиле? Да. Нет, там этот Дэдвич. А, Дэдвич. Ну что сказать, это жопа, наверное, да? Да? Я не знаю, но... У нас Зенторн сейчас появится. Целый час фейлов. Да? О, так мы еще и недолго, мне кажется. Я думал, мы больше, чем час. Ну, мне тоже казалось. Не, это час фейлов, все. Это всего, господи. Так, нарезочка. Это простейшая, быстрая миссия, час фейлов. Нарезочка на минуты три где-то. На Зенторна садитесь. Я даже еще без нарезочки. Не, без нарезки. Или он чисто так бежал. Давайте там, убейте всех. Ну, в смысле, мы вас прикрывать едем, короче. Нифига тебя. Да чё за... Звоночек. Главное, туда сейчас заезжай. Уже тревожный звоночник поступил, да? О, как тебя убили? Как-то... Уже? Да. Что-то быстро в этот раз. Пусть они первые едут.
Сканай огонь на них все летит. Под я не пригибался сейчас? А ты пригибался? Я нет. Я нет. Ну у тебя это корабль такой. В смысле у меня корабль? Что? Про голову твою, наверное, которая. Ну в смысле нет, это как он, аквариум. У меня корабль, окей. Корабль, аквариум. Я хотел сказать аквариум. Корабль свой высунул, мне прострелили. Тебя этот, блин, Титаник. Наткнулся на айсберг. Давайте, ладно, вы первые, отвлеките на себя какой-нибудь, тогда мы проедем нормально. Так, оп. Вы, главное, едьте и кричите там, типа, мы тут, мы тут. Будем такие... А, твой лошадь, давай пригинаться на всякий случай. Ну, давай. Тяжелый. Это здесь, а, здесь не проедешь. Ой-ой-ой, на машине какой-то пёс, сын собаки. Что, попригинаешься где? Пёс, сын собаки. Хочешь проезжаешь? Нормально едем. Ты чё за дерьмо? Соберись, тряпка. Эй, чё за говно? Давай я за. Они пробили колесо, как это может быть? Это не может быть, у машины непробиваемые колеса. Машину начал из стороны в сторону мотать. У Мэри Везера может. Ты, такого, наверное, не может ты быть. Ты крестик зажал, да? Нет, у меня крестик раз пригибаться. Ну вот, когда ты пригибаешься... Крестик распинаешься, он плохо поворачивает. Он вообще, типа... Да, жесть. Больной на голову становится. Когда поворачиваешь, отпускай крестик, значит будет плохо поворачиваться. Шла 32-я попытка. Шо, 8. Ты прям считаешь? Я предполагаю. Просто 28 было недавно. Ну там уже начал палочки на стене рисовать. Да, на геймпаде. На машине. А где моя? Где машина? Дальше, видимо, осталось стоит. У тебя вот же не топил ее. У тебя на карте должна. Да, дальше стоит, скотина. Почтальон. Скажи же, как поезд, как я сбил. Это был бы тоже фейл. Это был бы эпик фейл. Почтальон. На фуре, что нам мучиться? Лучше на фуре, она гарантированно проезжает без проблем. Зайка моя, я твой зайчик. Я с ума схожу. Заметно. Пуля моя. Я тебе дам сейчас! Направо здесь поворачиваю. Я может пытаюсь. Там не проедем. Черт, ладно. Ну может тогда спрыгнем? Ну, давай спрыгнем. Не, нормально. Послушай, мы приехали, надо же. Ну я тоже почти. Блин, я ж тебя убиваю. Так. Ребят, вертолет. Вертолет. Сейчас возьмем. Вертолет и черно-белый кот. Что уж? Ты же там сплевер почти на всякий случай тут. Да, не, я нормально. Кончится. Я-то слежу. Он стреляет по бензок к баллону большому. Уходи лучше, взорвет же сейчас тебя нахрен. А бензобаллону большому? Там что-то же взорвалось. Что-то взорвалось. Я тебя тоже, походу, все нормально с головой в данный момент. Вообще огонь. Как предметы. Еда. Я тебе сломаю, придурок! Все, нормально, всю жизнь установил. А вертолет скос 5 будет, о! Вы, наверное, да? Почти сбил, все сбил. Нифига себе. Нормально. А вы чувака на крайне сбили? Слушай, их... А, вон они, все у вертолета стусуются. Так, минус. Нифига себе, ты снайпер. Еще один. Я их подсвечиваю потихоньку. Красава. Один стоит около вертолета. Один вижу. О, я убил его, все. Там еще... Молодец, красава. А вы убили, который с винчестером? Убили чувака, который с винчестером? Один наверху на кране сидит. Нету его, я его снял. Все, ребята, значит, угоняйте. Ребята, дымится вертолет, я, по-моему, поранил вертолет. Да я бы не сказал. Ну, он дымится, чуть-чуть. Дымится. У меня он дымится почему-то. Не, нормально все. Угоняйте валькирию. Нормально. Прыгай. Мы не... Смотри, сколько вертолетов. О, появился еще один, вижу. Член. Как забирайте нас. Ёпту, ебать, он дымится.
Вон там, короче, где машина, вот там вот туда. Я понял, я уже. Только аккуратно. Ооо, пушка. Еее! Да ты не убей его, Джесси, опять, он там так дымится, я его пострелил, по-моему. Я так потестить. Так, все, с пулемета сейчас будем строчить. Главное выжить здесь. Есть такой момент, пилот надо, чтобы зависал на какое-то время, чтобы мы прошивали. Все... Ребят, я ему камеру использовать. Для чего камеру использовать? Камеру? Угу. Я проверяю камеру вертолета. Не знаю. Поможет она как-то вам? Потом инструкцию почитаем. Вон сверху слева летит, давайте, сбивайте. Так, кто там по левому борту, давай, отрабатывай. Я так не отработаю, ты чё? Да отвязайся! Ай! Какашка моя улетела просто вниз там. В виде кирпича. Ребят, нам нужно в любом случае уничтожить вертолет, так что... Профессиональный летчик, ёп. Взрывайте, взрывайте, взрывайте. Давайте я на самом высоком здании залечу, и тут постреляете. Где он? Нет, не останавливайся, это на нас постреляет сразу. Не факт. Но они пока до нас долетают. Лети в сторону Тревора потихоньку. А, вон, вижу, член КПСС. Сейчас его. Бери ниже, ниже, ниже. Не, там слепая зона. Слепая зона. Там, там зона, где все слепается. Да, да, да. Ну, Варпач, ты же умеешь стрелять. Пулемет, давай. Я верю в тебя. Вот он, с моей стороны. Иди сюда. К Вьетнам, блин. Попробуй оторваться. Пару раз попал. Джойстик вибрирует, жесть. Ты слишком этот не носил, он дымится, он может сломаться. Я говорю, попробуй этих оторваться. Не, ты слишком сильно не надо, потому что... Он дымится, он может начать сгореть потом. Может заглохнуть. Тем более, и все это врежешься куда-нибудь. Как тогда, да? Заглох и просто на море упал. На море, на озеро. Поэтому не надо этого делать. А ты сможешь посадить его? Да. Нельзя, надо уничтожить вертолет сначала. Сначала на вертолет надо уничтожить. Давайте какой-нибудь высадим, он просто из ракетницы задолбит вертолет. А у меня нет ракетницы. У меня есть, давай. Вот. Классная идея, Сус. Давай. Выпрыгивай сразу все. Так потише. Тихо. Давай. Взбивай их. Нет, ты взлетай хотя бы, не стой на месте. Рядом летай. Давайте пока вот сюда спрячемся за клоном. А ты не ломай вертолет. Я его не ломаю, я притормозил. Успехнется уже чем-то, винтами я уже. Ёпа мать. Еще один. Давай, Варпач, мы тебе верим, отлично. Еще один. Там еще один летит. Еще двое, да ну нафиг. У меня один патрон остался. Твою мать. Но мне, кстати, удобно так по ним стрелять отсюда. Вообще классно. Не ломай вертолет, не надо, не стукай его, башту. Ну, давай. Варпач. Попадаю уже по нему, попадаю. О, горит дерьмо. Сейчас меня убьют. Блин, поверните меня, чтобы я его добил. Меня убили. Что? Ну, они же по мне стреляют. Нам сейчас откуда нужно будет начинать? С вертолета. Куда же? А, мы нет, мы рядом сейчас будем. Давайте я пилотом лучше, блин, тоже. Нет, я нормальный пилот, Коль. Ты сейчас что-нибудь либо разобьешь, либо что-нибудь произойдет. Давай по очереди, что ты сразу... Я сейчас 20 минут классов куплю. Так, знаешь, как в детстве, по 20 минут компьютер гоняли туда-сюда. Когда по 10 минут разрешали играть, да, чтобы телек не сажался, чтобы монитор... Да-да-да. Чисто вот денди подрубаешь к лучевому телеку. Что ты мне тут компьютер, вот этот телевизор садишь? Не сажай мне телевизор! Яркость пропала. Говорит, мама, просто протри пыль с телевизора. Черно-белый стол. Так. Я пилот, все. Ну, прогресс. Что это сейчас было? Подтверждение нашего прогресса. Пошли нахуй там просто. Я считаю... Да ну нахрен с вами. Ой, стоп. Эй. Я не сел. Я ничего не понял, ладно. Давайте сесть. Ладно. Я второй пилот. Ё-моё! Все, полетели. Слышите, ребят, давайте летайте. У меня пушка есть своя в этом, слышите? В смысле, это не пушка. Это пушка. Это пушка оказалась? Это была пушка? Да, я вам, видишь, стреляю. А что, я не стрелял ее? Сейчас за фигня? Ракетами, что ли? Нет, это миномет. А, еще лучше, блин. Так
Давай это убивай этой пушкой. Там уже можно наводиться, наверное, да, или нет? Наводиться нет. А прямо стреляй только? Ну не прямо, но поворачивать ее можно. Ну так поворачивай, стреляй, чё она? Чё она? Не достаю до него. А, вон она чё. Так, ну ладно, я попробую. Трясёт, конечно, мама не берёт. Вообще, по-хорошему, да, надо немножко зависать в воздухе, останавливаться. И я бы просто их прошивал. Отрабатывал бы по ним. Коль, пропусти его вперед, Коль, пропусти его вперед. Я его поджег почти, подожди. Он не сядет. Он уже горит. Ой-ой-ой-ой. Блин, сучка, сядешь. Не достаю до него, блин. А сейчас он у меня взорвется, да. Фига вы там. Я не могу до него достать, слишком высоко. Ей, давай, он меня стреляет в меня. Уже второй прилетел, давай, коси. Уже и третий тут. Пусть летит вперед. Арпач, давай, лети. Я взорвал его! Ништяк! Вот так же только надо... Да у меня уже жуки, блядь, от вибрации. Жуки? Жуки, болят. Люли, блин, мои жуки, мои Коля, жуки. Коля, блин, камера у него тут. Ряд, разверните сейчас, дайте поуглю по ним. Не надо, пока летит. У меня ж миномет, давайте тут на двойн будем. У нас тут уже дымится, кстати, вертолет, не заметил. Нормально, у меня он. Дайте я попробую их прошить. Разворачивай вертушку. А, блин! Твою мать! Подожди, это они на нас стреляют, что ли? Блин, я не вижу. Во-во-во-во, сейчас я его... Уу! Найс! Так, еще один где-то там. Вижу. Но... Да не поворачивайте вы его, блядь! Да все, полететь вперед, пока есть возможность. Вон впереди, стреляй в него там, найди его и убей. Find and destroy. Да не. Вон он. Полеты с игроками. Я не вижу сам. А вот он где, ёпт. Коль, развернись. Сверху сзади. Коль, развернись. Я ничего не вижу вообще. Я не управляю, варпач про это. Варпач, спустись пониже и развернись. Разворачивай. Еще. Где вы видите? А, вот он кто спереди. Охереть! Хьюстон, у нас проблемы, да? Хьюстон, у нас просто... Мы горим, ребят. Удаление. Я до свидания, я пошел. Не умеете вылетать на вертолетах? Надо балансировать правый бок, левый бок, так, чтобы врагов... С одной пушки, с другой пострелять. А то я вообще, я ничего не видел на протяжении всего полета. Аналогичный.